Всем привет, дорогие зрители! От наших дизайнеров поступило ко мне две квартиры на улице Ататюрка. Этот проект я уже отснимал. У меня сейчас здесь две квартиры, одна на 6-м этаже, одна на 9-м этаже. Цены этих двух квартир 90 тысяч евро каждая. Заранее сказал цену. Покажу всю инфраструктуру, потом поднимусь к квартире. Здесь открытый такой просторный бассейн, там детский бассейн. Очень ухоженный сад, вот такие проекты тут. Там у нас теннисный корт, очень просторный сад продолжается в ту сторону. С правой стороны у нас беседка и зона барбекю. Уже не буду показывать, так как просторный сад. Здесь именно оборудование для спорта. Там также беседка, здесь у нас крытый бассейн. Айдат у этого проекта 160 лир. Так. Здесь у нас спа-центр, сдана в аренду, массаж, а так все работает. Сауна, фитнес. Вот здесь даже есть витамин-бар. Спустимся вниз. Хамам, сауна у нас тут. Темновастенько, но зеленое освещение. Все работает, просторное. Тут у нас хамам, вот такой. Просторный. Все работает, функционирует. Здесь раздевалка. Здесь зона отдыха. И массажный кабинет тут. Ну, все сделано так, чтобы отдыхать. Синее освещение, релакс. Все, вот такая сауна. И турецкая баня тут. Поднимемся в квартиру. Рядом присутствует маркеты, рестораны и хозтоваров магазин также есть. И тому подобное. Расстояние до моря максимум 670 метров от моего расположения. Теннисный стол также есть. Вот это здание у нас. Тут две квартиры, как я сказал уже. Интернациональная резиденция, места для весобедов, открыта парковка снаружи. Нажмем. Вошли мы в резиденцию. Присутствует два лифта. Проекту 10 лет. Поднимаемся на 6-й этаж. Лифт вместимость 6 человек. Поднялись мы на 6-й этаж. 6-й этаж у нас как вот такая лестничная площадка. Одна квартира, вторая тут, третья, четвертая, пятая. Вот здесь у нас зона отдыха. Терраса как бы, балкон такой для общего пользования. Вид на горы. Здесь у нас пожарная лестница и наша квартира. И у нас включает свет. Паузу. Войдем в квартиру. Вот такой дизайн у этой квартиры. Сразу вот прихожая у нас. Закроем двери. Вот такой шкаф стоит. Пройдемся сразу в спальню хозяйскую. Вот это у нас хозяйская спальня. Вот с коричневым таким интересным дизайном. Кого вот интересует наши дизайнеры, они молодцы, ребята. Любой, на любой вкус. Могут обставить вашу квартиру.
Здесь у нас детская спальня. Это именно квартира под ключ. Заезжай и живи. Здесь такой маленький балкон, сейчас покажу. Здесь вот желтенький цвет, совмещенный с сероватым. Так, здесь вот такой балкон, мини-балкон. С видом на горы и соседнее здание. С левой стороны у нас вот такой санузел. Стиральная машинка фирмы Altus. Вот такая мойка. И входим в нашу гостиную. Здесь 110 квадратных метров брутто. Жилая площадь где-то 93 квадратных метров. По СНГшным меркам. Вот такой дизайн. Бытовая техника. В основном все Altus. Духовка, плитка и вытяжка фирмы Alpina. Столешница у нас мрамор. Шкафчики все с доводчиками. Такая качественная мебель. Кондиционер здесь фирмы Vestal. 18 тысяч БТУ. Такие диванчики интересные. Шумоизоляция хорошая. Здесь есть вид на море. Просторный балкон. Шум присутствует из-за того, что внизу у нас дорога. Вот прямая дорога к морю, вид на море. Этот вид у вас никогда не закроется. Здесь есть фитнес-салон, известный самый Махафлари, арена называется. Там магазин хозтоваров. Здесь внизу вот фруктово-овощной, балы, манав написано. Всякого всего. Такая керамика тут, хочу показать. Все, дорогие зрители, эта квартира 90 тысяч евро. Поднимаюсь на верхний этаж. Прибыли мы на верхний этаж здания. И вот наша вторая дизайнерская квартира от наших ребят, дизайнеров. Сами оцените. Кому будет интересно, обращайтесь. Так, туда я потом вернусь. Быстренько сниму. Вот такой здесь шкафчик. Что-нибудь подарить, надеюсь, дорогие наши зрители. Такая вот у нас душевая кабинка и санузел сам. Здесь у нас спальня. Заранее заберу. Так, вот такая спальня. Что-то звук не выходит. Нет, мне не понадобилось. Мне нужен инструмент, который работает. Вот такой. Здесь вид красивый такой. Портрет чей-то. Если купите, я свою фотку дам. Портрет вы тоже поставите, дорогие зрители. Всех животных повесили. Ого. Молодцы наши дизайнеры. Надо это обои у них собрать. Так, ого. Красота. Сладости вообще не поставили, надо им сказать. Обо мне что подумали, то я с утра до вечера снимаю, голодный остаюсь. Вот такая красота. Бордовый, совмещенный вот такими цветами. Черный, серый. Еще вот так отсниму. Стоит полотенной шкаф. Кондиционер какой-то маленький такой. Но работает. И вот такой балкон.
вид на горы и соседние здания. И идемте дальше. Качественно строим материалы. Наша гостиная вот эта такая коричневая с розовым таким бордовый, смешанный. Вообще слов нету. Вот такой зеленый, такой мармеладка, конфетка сделали. Ребята, если вы смотрите за мной, дизайнер наш, они все равно русский не понимают. Молодцы. От меня вам лайк. Так. Даже видите, цвет какой интересный у шкафчиков. Все выбрано со вкусом. Переезжай и живи. И в подарок мне что-то подари. Так. Нет. Я думаю, что многим понравился. Эта квартира именно вот эта. Цвета очень красиво выбраны. Другая тоже красивая. Ну, что-то мне это побольше понравилось. Но здесь такой, не такой вид, как там на море. Но есть чуток вида на море. Бочки. Это понятно уже. Можно рогаткой поиграть. Туда. И вот здесь вид такой. Горы оттуда видны. Вид на бассейн. И вид на горы. Все. Здесь также 110 квадратных метров брутто. Жилая площадь 93,5. 500 в подарок. Как все, надо подвести итог о этом проекте. Проект сдан 10 лет тому назад. Продается здесь две квартиры. 2 плюс 1 трехкомнатной трешки. Инфраструктуру вы уже увидели, но я не показал. Теннисный корт большой там и баскетбольная площадка также присутствует. Зона барбекю, беседка. Большой огромный бассейн. Также есть детский бассейн. Сауну, хамам вы уже видели. Его сдают в аренду. Там постоянно работает, короче. Без сауны и парилки не останетесь. Так, расстояние от моего места до моря максимум 650 метров. От дороги, улицы, от Атюрка до моря 580-590 метров. Именно с этой стороны. От Атюрка он разный там направление. Где-то 470-490, где-то 650, где-то 580. Здесь 580 напрямую. Рядом присутствует вся инфраструктура для жизни. Считается центральной частью Мухаммедлара. Так что, дорогие зрители, решать вам. Цена этих квартир каждая 90 тысяч евро. Вне зависимости от этажа. Вот у того был этаж шестой. Вид красивее. И дизайн другой. Здесь тоже дизайн другой. Но вид на море не совсем как на шестом этаже. Все, номер указан в описании, также в ролике. Звоните, пишите по номеру. Плюс 90-555-064-9110. WhatsApp, Telegram, Viber. Если вам понравились эти квартиры, дизайн наших ребят, как они все обставили, напишите в комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. Про меня не надо ничего писать. Так, и все, дорогие зрители, ждем наших новых хозяев этих квартир. С вами был сегодня без шляпы, с вами был Кавказский Орел Агаси из солнечной Алании, район Мохаммедлар. Всем пока-пока.